Всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпаут, а в этом ролике мы идем опять на пустынного титана, но в этот раз на вивернах. Всем приятного просмотра. Твоя К-546. Да я помню, я ее поставил. Но у меня крайне. Призвал, да? Ну, я, по идее, да. Это что за... Ну да, Вова прям вовремя. Чё-то... Я что-то не вижу, а где он рисуется? Ща-ща-ща. Вон, К... Видишь? Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Вон он, я его вижу, интересно. А я не вижу. Я вижу. Вова, ты тут? Ну, Вова, наверное, нет. Ну, ты сел? Да, да, я сел. Судя по всему, Вова... Так, понятно, сейчас я делаю команду. Свист, ты сдохнула, я смотрю. Так, ну давай, я вот свистнул. Еще. Не-не-не. Сидят. Сидят. А вот я свистнул и полетели, видишь? Я полетели? Пократите. А, окей. Надо. Потому что это надо быть. Это да. Ну сейчас посмотрим. Ну да, едят. Ты кусаешь? О, блядь. Ой, смотри, сколько уже вращение. Неплохо. Жизнь. Так. А Вова воюет? Не, Вова фигня. Ой, нет, удачи, вот чувствую. Да, он, конечно, Вова. Да, сука, не пахайся. Я цель ставил. А да, слышно тебя. А ты чё, вылетел? Да. Ну ты живой стоишь, ты. Я вижу. Интересно, ну, очень какая первая виверна сорвется. Ну вот эти, конечно, по красоте атакуют. За ними даже стая агрится. Ну так он, наверное, походу ничего не делает, это стая. А в этот раз мы, смотри, быстрее его жарем. Да, я же говорю, мы его прям быстро раскрыли. Вот, слушай, меня прям мои вот эти две виверны без наездников прям радуют. Не. Они единственное, чем эти виверны меня бесят, тем, что на них молнии агрятся, и, блядь, ты, эти молнии, я их не вижу, я а что-то... А если я вот так сделаю, аккуратно, я пацаны, молнию выпускаю? Нифига я ему продамажил. А ты ему все-таки задумал, сейчас я ставлю ему туда атаку, и по 61. Ну что, тебе просто на хопс нельзя было огонь. Видишь, сколько я там дамажил? Ой, его там Вован кусает по 260. Нет, и вот я, короче, огнем эту минуту. Ой, так, а я отвечу. Тысячу. Тысячу? Кто-то помогает. Кто? Ваны. Что за таинственные? А я не вижу тут. Вована урон получит. Я понял. Чё там эти воюют? Да эти две воюют. Они вообще, слушай, они прям моя гордость. Я им прям похуй. Смотри, слышишь, короче, выращиваем сколько? 20 обычных виверн и... Вообще, любого уровня. Ну да, 10-го и комиссла. А у них же, вон, стамина не тратит, грубо говоря, иначе они бы уже сели. Я уже успел смотреть свои опыты. Да,
силу вообще же. Ну, по 88 я пишу, кстати. В два раза слабее, чем моя предыдущая. В смысле, которая была на Хаосе. Стараюсь не попасть. Я, блядь, прям на эту самую молнию заебал. Быстро кусали. В чат написали бы ты меня. Эх, минус. Она из-за молнии. Ее надо схавать. Схавать это. Блять, в противном случае. Дай ей честь, не лежи. Что она вот это в небе будет торчать? Нет. Я ее съем, я буду ей хилиться, пусть она. А я ее съесть даже не могу, пиздец. Я цель. Ну мы нормально так продамажили-то. Ну, начали мы хорошо. Если что, продолжим дробовиками. Если что, я против дробовиков. Не, ну мы те, мы дробовики тех челиков доставать не будем. Мы же достанем те, которые не челики. Я цель, я отлетаю за стамин. Эх, бедная Виверна. Ну, она была рождена для этой битвы. Это знаешь, как у... Как у викингов, у Вальхау. Там... Придумаю, каким. Имя дайте. Я придумаю, каким. Потому что я же буду играть этим Виверна. Аху. Там надо... Давай. Надо свистеть, знаешь, как... Короче, надо стоять рядом с теми, кого ты хочешь заставить. Нет, цель. Так, отлетаем. Пока очень хорошо идем. Если мы его сейчас ушатаем, может быть второго сразу. Титана? Ну только уже с дробовиком. Тут та, да, вот это вот огненное без наездников в крови. Ну да. Поди ее. Может ее, да. Давай попробуем. Сейчас. Поди ее, дай. Сейчас. Так, стоп. За мной, родная. Ведь уводи ее просто далеко. За мной летит. Не на нашу гору, далеко идти. Чтобы он и не отнесся. Мы тут слово сейчас повоюем. Ну она все, она за мной летит. Все, ну как. Сколько у нее хп? Сейчас, не вижу. Сейчас, если сядет. Ну, по виду она очень плохо выглядит. Ну, по виду да, но это даже видно всегда на другой юге. Короче, у нее хп. А? У нее 507 хп. Из скольки? Из 5000. Ого! Из 5000, ты прикалывай! Да. А та тоже с 5000 была. Ну, короче, она тут сидит, если че, отхилим. Я тут с 1500, значит, воюю. Ай, там... А ну урон так не... идет или нет? Не, у тебя не долетает. Не, у тебя не долетает, ну. Вов, пролети дальше туда, отхиль ту. Где ты? Она дальше там. Дальше мы горим. Наверху тоже нет. Нет, ты не просто летел. Блин. Кто тут найти не может? Куда Вова полетел? Вова в противоположную сторону полетел. Ой. Блин, не летит сюда, к ним. Так, да. Я цель стаю. И я теперь цель. С
слушай, может ты будешь помогать мне, а не Вове там? Я как бы над ним сейчас его кусаю. А, ну мы уж половину снесли, за сколько? За полчаса? Да меньше, да. Ты шо? Дядя, мы 48 минут начали, только приз... Мы за сколько? За 8 минут. Как там отхил волк? Блин, а вов все отпался. Не, улетаю с таминой хили. Она в нем багается иногда, не нравится. Да, багается. Но там эти баги не страшны. Ну, Цезарь, меня еще ни разу не удал. Я как было 1600 ФТ, так и есть. Сейчас. Я ее подкину. Кину? Да. Я ее за собой свищу. И надо за собой свистеть, так и просто надо навестись на Титана. Да я знаю, туда. Я знаю, она просто сама сначала до него дойдет. Нахера она и так к нему полетела? Ну, у меня что-то первый раз не сработало. Так потому что ты, блядь, полетел к Титану, а они сидели. Поэтому не сработало, а я стоял прямо в них, вот и круто. Так, ну-ка, сейчас. Сейчас надо это, я понял фишку, надо сесть. Че, она полетела? Да. Да? Атакует вторая? Да, да. В смысле вторая? Ну, которая осталась. Ёбана, бро. Сука, она, блин. Подсирает. А, да, она атакует. Да на меня пол. Вова, не надо ядов. Нам только хуже. Ты на сцене хуебашишь, Яноч. Цель стая. Так, ну да, это он работает. Молодец, умничка. По 88 хреначит. А, стоп, это ты. она по 80. Тихо, пошли. Я сижу на земле. С хера эти чувашники в меня влетели и прилетели. Ну-ка, сжигай. Слышишь, а может эти фундаменты как громоотвод работают? Да нет. Ты чё, нет? Я ж вот стою, он меня молнии даже не думал. Я стоял там, мясом хилился, потому что у меня не 5000, а 1600. Что-то видно, пацаны нам не мешают. Да ты поехал. Они меня, видать, узнали. С этой, со своей. Она у нас вообще... Ты его бой. Зачем меня тут бой? Я еще даже так понял, что... Ты тихо, меня только не убивай. Потому что я-то расклеюсь вообще. Вот это вон и стаю агрит и все делает. А кто по 1162 бьет? Не. Ну, по понимаешь, как... Ну, я же говорю, кто ей по 1000 урона. Это, наверное, молния, мы его добим просто на полную. Не факт.
забагался. Блин, 46-я, 46-я слегла. Ну все. Почетным званием она будет награждена посмертно. Ну, по сути, все игроки такие яйца просто едят сразу, а мы хотя бы нашли... А мы нашли хотя бы им место в этом мире. Попробуйте. Да. Это Толь, пресс F. Если тебе пресс F. Отдать честь. Блять, меня скинуло. Это... Сейчас Виверну свистнул. Все, я свистнул. Куда ты там? Вон я, видишь, я лечу на эту скалу с фундаментами. В смысле? Да я... На неё? Да, я на нее, я чё, дурак, что ли? Сейчас. У меня крылья есть. Вон, попробуем. Тихо, смотри, как. Я ядом. Ядом не надо, Вова. Яд, он против игроков создан. Нихуя стая тоже, ну. А я громоотвод, на меня молния. Тихо. Вова. Оно без дамага. В смысле без дамага, Вов, ты горишь. Ну, горишь без дамага. Дамага нет. Интересно. Я цель стаю. Я тоже. Вот очень вовремя перс поесть захотел. Да мы прям классно побеждаем. Не, ну яд ему тоже наносит. Я вспомнил, почему я любил грозовую виверну. Кажись, у меня опять фетиш на них вернулся. Фетиш, а не фетиш. Фетиш. Верно, фетишист, господи. С каждым днем фетиши все больше и больше. Ну а так я риперов люблю больше. Кому-то ножки, кому-то ушки. Ну да, не верно. Ну я его понять могу, хороший рептилий. Как вы там деретесь, типа? Но я не вижу урона. Это не типа, а это деремся. Я спрашивал, это кому по 100 урона наносит? Это, блядь, короче, по нашей виверне стая наносила по 1100. Так что мне сейчас с удара снесли 1100. Мне больше всего нравится то, что никто нам не мешает. Видать, подумали, то, что мы серьезный трайп. Эй, да как? Без предупреждения? Да, так. Меня вон на 0 целых. Можете убью мою вниз опустить? Вов, у тебя ж крылья есть, почему ты умираешь? Да я не умер. А сейчас спущу. Вью вниз опустите. Тем временем меня спускаю. Спустил, да, я спустил. Не залезешь. Во, смотри внимательно, Толь, сколько сейчас будет. Тихо. Смотри, сколько стиля. Чего ты делаешь?
стилем. Подождите стилишь меня. Стилишь или стиль? Меня подождите. Сейчас. Ты стилишь или стилишь? Да? Стилю. Стилишь? Да я думал стилишь. Вообще стиру это барабан. Сейчас это все подлетели поближе. Ну давай, сука, дожирай. Сука, сдохни уже, заебал. Ой-ой-ой, цель стоит. Эй, цель. Дождите. Опять я его. Инграммы дали? Да. Красота. Все, сейчас лут подбираем. Его опять я убью. Посмотри, у тебя лут в кармане. Да, у меня он должен быть, по идее, да. Да? Есть? Сейчас. Да. Ого. Покажем, что. Ну, смотрите. Киды вижу. Чертёж снайпа хорошая, это дали. Дальнобойная осадочная пушка, нихуя. Это на меха. Она, я понял, что на меха. Она много дамажит. Да. Я её сделаю. Красота. Вообще так, а что за артиллерийские снаряды, как они? А какие? Вот эти? Ну, для этого Мума нужны артиллерийские снаряды. А, ну это ракеты. А, обычные, что ли? Да. Ну, заебись. Красота. Сейчас так это... в этот раз всем выдавали. Погодите, а какие инграммы вам дали? Мне? Те все, которые... Репликатор, ботинки, рельсотрон... Storage, хранилище, генераторы. А, и тег-кормушка с ботинками. Мне тоже дали рельсотрон, тег-генератор, тег-кормушка, тег-disabled storage. Но это вот эта вот коробка тековская, в которой храните тег-ботинки и звезда программы репли... Вот такой вот получился ролик. Надеюсь, тебе понравится. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всем удачи и всем пока.